То, что происходит у нас на дорогах, когда перекрываются проспекты целые на 15-20 минут, когда вы не стоите в бесконечной пробке, едете домой, точно так же хотите поужинать, как любой там политик или любой бизнесмен, но при этом мимо вас проезжают машины с мигалками, с моей точки зрения, это действительно возмутительно. Я всегда очень как-то, мне неприятно на это смотреть. И не потому, что я не имею возможности точно так же стать в самый левый крайний ряд и пронестись по Кутузовскому по разделительной, а потому что я считаю, что это неоправданно, и это неправильно. На это имеют право только машины скорой помощи, машины МЧС и машины милиции для того, чтобы помогать гражданам, помогать людям. Во всех остальных случаях это омерзительно, это возмутительно, и я это не понимаю.